И я думаю, что вот это мы никогда не обретем логику, пока не приберемся на своих балконах. Вы помните, что у вас на балконах? Вот то же самое в голове у русского человека. Лыжи. Сломанные. Спроси его, зачем тебе лыжи? Он говорит, на всякий случай. Какой у тебя всякий случай может быть? Там валенки старые, то... Кивает головой, сидит. Представляете, это попадалово полное. Там грибы в калошах, огурцы в сапогах, каких-то старых тряпки, носки. Колготки наш человек никогда не выбрасывает, никогда. Если они снашиваются сверху, он отрезает, как носки носит. Если снашиваются снизу, он как трусы носит, вот эти колготки. Холодильник. У всех на балконах стоит старый холодильник. Еще с линзой. Вот этот... Там тапочки. Его спрашивают, зачем на черный день? Какой черный день у тебя? Это мусор выносить, если война начнется. Вот замусорилось мышление наших людей. Наши люди никогда не отвечают на вопросы. Замечали? Я спрашиваю официантки, йогурт свежий? Она говорит, грушевый. Это все слышали, это все. У администратора гостиницы спрашиваю, море теплое? Она говорит, тут рядом. Я видел маршрутное такси. Вот когда вы входите, вот тут вот такая низкая часть, и там было написано «Место для удара головой». Вот у меня ощущение, что наши люди, многие ездили в этом такси, причем по много раз.